Сегодня благодать, 15 градусов было. Надо сходить посмотреть кормушку еще. Прилетал, то нет. Пойдем чат посмотрим, сходим. Незаметно, да? Никого не было. Все не распознали. Ладно. Одна ночь прошла так. Невысоко следов, конечно, много. Тропа такая натоптана. Ничего с этим не поделаешь. Не буду же летать. Это очень выдает вход. Листочки какие-то зелененькие еще. Одну сторону сделаю плоской, больше стояла. На белой выемочке подножки. Приехал паста. Что-то все время закручивается, блядь. Ровно не получается. Сделаем ножки. Шикарно. Вот. Какие отдыхают. Вот нормально. Ровно. Ноженьки подровнять. Вот так вот. Так вот будет это все хозяйство крепиться. Отсюда гвоздем.
посередине пустим еще раз. Тесно, маленькая землянка. Вот так вполне. Конечно, пол у меня тут не из самых ровных. Ножки ровно сделала. Толку-то. Когда заниматься буду, куда-нибудь пристрою в одно место. Более-менее стоит. Пол подровняю. Ноги поставил, упор есть для ног. Ничего не стругаешь. Вот, намного удобнее, чем на чурочке-то. Так вот. Сейчас его пристрою там туда. Место освобожу, с рукой уберу в эту сторону. Должен войти туда, влезть, кирпичи там подберу. И будет там стоять, когда нужно, достал, постругал, убрал. Кто говорил, что у меня нет кочерги? Вот у меня кочерга. И это. Залу убирать ей тоже можно. Два в одном. Готовочка тут. Как прям тут и жил. Тютелька в тютельку вошел. Я даже не рассчитывал, не мерил. Само получилось. Притык. Хорошо.
Сегодня, наверное, снимать больше ничего не буду. Полежу, отдохну. Чего-нибудь посмотрю, может. Вообще в лесу хорошо отдыхается, спится. Подремать надо. День так быстро проходит зимой. Вот вроде недавно проснулся. Уже вечер. Не замечаю даже, что день прошел. Живешь, наслаждаешься природой. Тут год назад я где-то здесь ходил, искал коряшки там всякие эти интересные деревяшечки. Где-то здесь видел труба, железная труба валялась. Мне она нужна для следующего проекта, так назвать можно. Сейчас поищу, если ее не украли еще. Заберем. Нет уже, к сожалению. Уже утащили металлисты. Ну ладно, там есть кусок асбестовый еще. Попробую из нее сделать. Там где-то ведро еще лежало. Старенькое. Может, его еще не утащили. Смотрим. Это ведерко мне тоже надо. Нужно для проекта этого. Совсем гнилое. Ладно, может. Может, так обойдемся, как они без них. Без этого всего сделаем. До садов-то неохота идти. Как-то там есть чем поживиться. В нашем распоряжении есть немного кирпичей и мангальчик. Из этого попробуем что-то сделать.
Вроде еще не замерзла сильно земля. Копается еще. Погодка хорошая, солнечная, красиво. Сейчас, если кто-нибудь рядом где-нибудь здесь ходит, увидишь, что я здесь копаю. И вызовут полицию, подумают, что я кого-нибудь тут прикопать хочу. Подъехала буханка с кузовом. За дровами, наверное, мужик какой-то ходит. Метров 300-400 от меня. Пока не буду копать. Будет место не выдавать. Эх, вот минус того, что землянка близко к городу. Не, на следующее лето точно где-то намного дальше сделаю, чтобы ни души не было. Нифига себе, валежник собирает. Сейчас дерево упало. Не совсем таких маленьких габаритов, походу. За валежником приехал. Зачем? Вот лежат. Там много таких. Может, не до конца упавшие свалил. Пошел до речки. Время обед. Делать нечего. В избушке. Свежим воздухом подышать. Есть идея. Подводное, как подводное наблюдение произвести. Сейчас привяжу на палку экшн-камеру в чехле. В аквабоксе. Фонарик. В мешочке и на палочке опущу в лунку, если там рыбаков нету, то смеяться будут надо мной еще. И так просто понаблюдать, посмотреть, что там под водой, в воде творится. Никогда так не делал, самому интересно попробовать. Посмотреть. Ну сейчас посмотрим, там есть рыбаки, нет. Если есть, то пойду обратно в домик. Буду лежать. В интернете что-нибудь полазю. Палочка есть. Тут. Аквабоксик. Фонарик. Чехольчики. Камерка. Чехольчики. Сейчас на скотч. Ой, на изоленту. На палку приматываю это все. И
и опускаем. Такая вот получилась конструкция. Все по-простому. Все, закидываем. Следующее видео уже увидите с этой видеокамеры. Той фонарик из фикс-прайса. Мешочек, видимо, где-то плохо был завязан или порвался. Это, короче, он в воде лежал там. И похер ему вообще, работает. Иногда только сам включается. Сейчас достану батарейки, просушу. Вот и фонарик за 50 рублей.